Лигой непобедимых испытания. И этот не исключение. Тренер, а как мы узнаем, что они для нас приготовили? Шейкс, иногда лучшая подготовка – это быть готовым ко всему. Тренер, ходят слухи, что мы тренируемся по методу института. Это правда? А правда, что Твистинг Тайгер – пришелец? Я припаркую летающую тарелку на поле. Да, Клаус. Профессор почти закончил работу над измерителем матча. Машиной, которая сравнивает вас с вашим соперником и составляет для вас программу тренировок. Так, посмотрим, что здесь. Шаг первый. Узнай план противника. Прекрасно! Гениально! С помощью точного анализа противников суперстрайкеров эта машина сможет создать идеальную программу для каждого игрока. Шаг первый. Есть! Эта машина точно поможет суперстрайкерам оказаться на вершине Суперлиги. Шаг второй. Разрушь его план или сам воспользуйся им. И то, и другое. Измеритель матча, отбой. Тренер? Машина работает идеально. Я уверен, она даст суперстрайкерам то, что вы хотите. Прекрасно. Профессор? Профессор! О, нет. О, тренер, я боюсь, у меня плохая новость. Машина, она сломалась. Чтобы вы знали, я учился джет-кундо у самого Брюса Ли. Неужели? То есть, у отца, кузины, мужа его тети. Жаль, что не у отца кузины, мужа тети Гарри Гудини. Так чего же ты ждешь? Я отказываюсь. Измеритель матча. Запуск. Добро пожаловать в измеритель матча. Измеритель матча составляет идеальную программу тренировок для любого игрока Суперлиги. Пожалуйста, выберите команду противника. Вы выбрали суперстрайкеров. Пожалуйста, выберите вашего соперника. Нордшо. Для ввода нажмите «Ввод». Нордшо? Выше. Шейкс. Нет, сильнее. Эль Матадор. Быстрее. Куджо. Больше. Твистин Тайгер. Агрессивнее. Блок Шо. Бо. Раста. Больше. Тайгер Шейкс. Раста. Бо. Выбор смешанного игрока. Вот что мне нужно. Я не уверен, что стоит смешивать игроков. Риск нарколепсии из-за перегрузки слишком велик. Вы можете... Уверены, что хотите продолжить? Да. Вы действительно хотите продолжить? Да. Абсолютно уверен? Да, уверен. Ух ты! Кажется, у меня есть программа. Это слишком, Скара! Это слишком! Доброе утро! Надеюсь, вы все выспались, потому что сегодня мы тренируемся. Тренер, где моя крутая доска для серфинга? И тупые роботы. Ах, да! Нас ждет крутая тренировка, не так ли, тренер? Какой реальный сон! А, почему вы все в моей спальне? Тренировка за пределами 90 минут. Тренер, разве я не должен тренироваться с двигающимися целями? Шейкс, ты можешь забить 10-центовую монету с 90 метров. Но можешь ли ты улучшить свои шансы всего за 90 минут? Начнем с бега. 90 кругов за каждую минуту игры. Это не сон, а кошмар! Машина не приспособлена к такой работе. Это опасно. Я пытался вас предупредить. Нарколепсия от перегрузки! Я тебя не понимаю, но ты начинаешь меня бесить. Стойте! Послушайте меня.
ради своего же блага. Что? Это действует 30 минут. И все? И вся опасность? 30 минут, я буду непобедим. Тренировка за пределами 90 минут включает три части. Коротко о них. Первая часть — это навыки. Контролируйте игру или проиграете. А серфинга в этой программе нет? Это провал. Вторая часть — сила. Не сбавляйте темп, или противник вас обойдет. Это называется набивной мяч, верно? Да. Он... От этого мне не легче. Ау! Вот видите? Два дня до завершения программы. Третья часть — мозг. Опережайте противника психологически, наблюдая за игрой и предугадывая его действия. Здесь самое главное — это найти способ использовать план противника против него за 90 минут. Я слышу тебя, здоровяк! Я жутко устал. Похоже, на сегодня хватит, парни. Я пригласил этих ребят. Они сыграют с вами. Помните, за пределами 90 минут. Наконец, сегодня день матча в Страйкленде. Важная игра. Суперстрайкеры против Лиги Непобедимых. Именно! Фанаты хотят увидеть зрелищную битву не только между командами, но и между двумя молодыми нападающими! И это все, что мы должны сделать. Отличный план. Последние 30 минут будут наши. Только придерживайся плана. Конечно. Скара! 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 Шейк! С учетом долгого противостояния между нападающими Шейксом и Скарой, логично начать день с небольшого спора. Кто лучше? Все думают об одном. Где Скара? Как Лига Непобедимых выиграет этот матч без своей звезды? А для Шейкса это шанс достичь своей цели, Мак. Без Скары это будет легкотня! Похоже, сегодня Лига Непобедимых готова уступить. Скара правда не выйдет? Это же прогулка в парке. Суперстрайкеры последовательны во всех зонах. Шейкс один на один с вратарем. И... удар! Гол! Лига Непобедимых не собирается сопротивляться. Почти половина матча позади, а суперстрайкеры снова забили. Счет 3-0. Измеритель матча. Запуск. Измеритель запущен. Я очень сожалею. Знаю, тебе больно, дорогая. Тестовая последовательность. Начать тестовую последовательность. Тестовая Я починю тебя, дорогая! После...
Или нет. Сначала я подумал, что нам просто повезло, что Скары нет. Но им все равно, что мы забиваем голы. Они что-то задумали. Я согласен, Шейкс. Они выпустят Скару во втором тайме. Но вот вопрос. Почему они держали его так долго? Скоро узнаем. Раз, два, три. Суперстрайкеры! Нет. А? Что с ним? Вам нужна помощь? Эй, что такое? Что? Что? Смотрите! Ух ты! Он огромный! Как мы с ним справимся? Скара похож на супергероя. Суперстрайкеры выходят. Отлично. Мы тренировались, чтобы быть готовыми к чему угодно. Это то самое, что угодно. Скара все рассчитал. Что рассчитал? Рассчитал, как справиться с нарколепсией. С нарколепсией? Знаешь, что это? Нет, я просто обожаю листать разные словари. Программа Скары сделает его непобедимым до конца матча! Теперь повеселимся. Если я это позволю. О! Еще бы! Вы это видели? О! Там блок! У-ху-ху! Что? Пенальти? Гол! Лига непобедимых! Они забивают гол! Сегодня Скара один в поле воин. Впечатляет! Да уж, приятель. Что это было? Они проснулись через 65 минут? Как учил тренер? Опережайте противника психологически, наблюдая за игрой и предугадывая его действия. Вы это видели? Второй гол Скары и Лиги Непобедимых! Догонят ли они? Осталось всего 15 минут. Думаю, я забью еще гол. Или два. Почему Скара вышел только сейчас? И что это за таймер? Кто-нибудь скажите автоматику, что это не регби. Ой, простите. Ну давай, вставай, вставай уже. Куда ты спешишь, Скара? Шейкс, играть можешь. Скара будет супергероем лишь 30 минут. А? Это точно? Да, у него на запястье таймер, отсчитывающий время. Дай угадаю. Ты тянешь время, чтобы матч длился дольше. Но если ты прав, то он успеет. Мы можем превратить его силу в слабость. Просто невероятное зрелище! Оу!
Это стоит увидеть. Забьет? Да! Гол! Скара сравнивает счет! О, да, я сделал. Я говорил, что... Что такое, звезда с часами? У тебя свидание после матча? И снова удар! Гола нет! Мяч погнул штангу! Добавлено 3 минуты. Устал? Нет, конечно. Тогда что с тобой? Я... Ну, суперзвезда, не протянешь 3 минуты? Не дождешься! Это моя победа! Скара! Скара! Нет! Нет, 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 нет! Я не мог ошибиться! Или мог? Я ошибся! Впервые вижу, чтобы Скара так играл. Он звезда Страйкленда. Он собирается выиграть матч! Докажи, что я прав. Я был прав. Я ошибся на 27 секунд? Но почему так вышло? Почему? Теперь Скару не видно. Герой слег. За считанные секунды! А теперь Лига Непобедимых в опасности! Сейчас или никогда? Он идет вперед! Гол! Шейкс забивает за секунды до конца матча! Да! Шейкс, как же все-таки суперстрайкерам удалось сегодня выиграть? Он продержался лишь 30 минут. Шаг третий. Он вечно о нем забывает. Не облажаться! Отличный матч. Ты использовал мозг. Ага. Он так же важен, как и ноги. Спокойной ночи. Сладких снов. Мама, хочу сэндвич с джемом.